рота земли русской! Нечего вам делать на моей родине! Как и многие граждане России, я родился в Советском Союзе. Но прожил в СССР совсем недолго, 7 лет. Никакой ностальгии по стране Советов я не испытывал. Но отдам должное советскому телевидению. Спокойная речь дикторов и ведущих, нормальные человеческие интонации. Ведь невозможно представить, чтобы Игорь Кириллов, с которым я был знаком, своим бархатным голосом взывал бы к животной ненависти. Из Центра управления полетом сообщают. Продолжается орбитальный полет научно-исследовательского комплекса «Салют-7», «Союз-Т-13», «Прогресс-24». А что сейчас? Вы блевота земли русской! Нечего вам делать на моей родине! Вы недостойны ее. Сдохните под забором. В блевоте своей. Я не понимаю, как и почему Соловьев, Киселев, Шенин, Мардан и Киасаян стали нормой для российского ТВ. Что будет со страной, где такие нормы?